На совместном белорусско-китайском предприятии «Землеон Масс» в Могилеве собрали первый в Беларуси автокран грузоподъемностью 25 тонн и самой длинной стрелой, максимально выдвигаемой на 41 метр. Новая техника предназначена для работы на стройплощадках, в том числе при возведении автомагистралей. Технические характеристики и компактность и вес соответствуют требованиям Евросоюза. Новинка позволит белорусским строителям полностью отказаться от импорта такой техники. Есть перспектива заинтересовать новинкой и партнеров по Евразийскому союзу. Белорусские машиностроители уверенно держат руку на пульсе времени. На сегодняшний день Беларусь входит в число лидеров среди мировых экспортеров грузовых автомобилей, тракторов, дорожно-строительной и коммунальной техники. Страна выпускает 17% всех комбайнов, 6% всех тракторов, а доля производителя карьерных самосвалов «БелАЗ» на мировом рынке достигает 30%. Одна из задач, которую активно решают белорусские экспортеры, это создание широкой сети дилерских и сервисных центров. На сегодняшний день в 40 странах работают 339 собственных субъектов товаропроводящих сетей с белорусским уставным капиталом или его долей. В 17 странах функционирует более 90 сборочных производств. Промышленный комплекс Беларуси определяет высокую степень открытости белорусской экономики и ее ориентированность на внешние рынки. Более 50% производимых в стране товаров поставляется на экспорт.